Всем привет, дамы и господа! Добро пожаловать на ЦСКА Фригейм Шоу! Да с кем ты говоришь, черт возьми? С кем ты говоришь, Женя? Здесь никого! Евгений Седых и Владимир Маркони. Ты говоришь в коробку из-под обуви. Женя, привет! 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 Как дела? Ребята, привет! Всем здрасте! Классно! Я пришел сюда с ребенком, поэтому я сейчас на пороховой бочке. В этот момент моей дочери показывают мультики, и я думаю, как бы она не закричала «папа, папа!». Как девочке твоей, Агне, понравился ей баскетбол? Первый раз она приходила? Да, была в прошлый раз именно здесь, в Мегаспорте. Офигенно! Я думал, что ребенок будет плакать, кричать, что «папа, уходи!». Она это все делала, но я не замечал специально. И поэтому мы досидели до конца игры. Это очень важно. Это очень важно. Потому что у вас бегает конь. Она влюбилась в коня, и она самая яркая поклонница коня ЦСКА. Да, она даже попросила, чтобы мы на спине, во всю спину сделали татуировку коня. И мы сделали это. Может, причем небольшого, а потом она вырастет, и конь тоже с ней вырастет. Видишь? И сейчас мы заплатили немного, а когда она вырастет... Сэкономили на чернила. Да. Во-первых, я играл в баскетбол с 5 класса школы. Ага. Потом... Учась в Вятской государственной сельскохозяйственной академии, я играл в институте. У меня даже вроде бы как есть какие-то достижения, в общем, я всем говорю, что я КМС. Дайте мне сейчас мяч, и я отсюда забью. На противоположную сторону я закину мяч. С кем из игроков ЦСКА ты общаешься и дружишь, Я дружу с каждым из них, но знает об этом только Никита. Давно... Ваш баскетбол смотрю, угу. Знаешь, все нравится. Хорошо играете, да и вообще. Баскетбольный клуб Химки. Химки, а мы сейчас, ага. Так, хороший клуб, удачи в Евролиге. Да. Я понимаю, что если сейчас Михаил зайдет, посмотрит, он скажет, так, я найду этого человека. А тем более далеко идти не надо, он вот тут будет сидеть. А вот да. А потом мне же еще этому человеку глаза нужно будет смотреть. Во-первых, поэтому я призываю сейчас ко мне катаракту, чтобы я не мог смотреть в глаза. Нет, ну, собака по воды только моя смотрела. Добрый. Михаил добрый человек. Очень. Михаил, вы человек с большим сердцем. Я видел вашу флюорографию и с чистыми легкими. Это тоже важно. Михаил, ладно, Михаил. Майк. Не всем же билеты покупать, как говорится. Я ведь ехал сюда и мечтал, чтобы меня по возможности отмутузил человек выше меня в 3 раза. А я сам, между прочим, 2.10. Михаил, ты, во-первых, крутой человек. Мы тебя знаем, мы тебя обожаем. И ты в наших сердцах номер один. Вообще ерунда. Так, ты, а потом уже мама и папа у меня. Вот так. Есть. Все, есть. Здесь дальше. Какие это неприятные чувства. Убираем этот комментарий. Неприятные чувства самому. Я когда веду шоу, я думаю, что же у людей происходит внутри. И сейчас я понимаю, это как раз, это гадко оказывается. Спасибо огромное. Женя, я никуда не собираюсь уходить. Но мы посмотрим между тем. Это был Владимир Маркони, ведущий шоу «Коммент-аут». Смотрите обязательно на YouTube. Это шоу там очень круто. На студии у паркета диджей Шапов. Как дела? Отлично. Когда крутая музыка, ребятам нравится, они начинают пританцовывать на разминке. Чем сегодня будешь жечь здесь? Ну, я уже как на протяжении 12 лет работаю в своем звучании. Стараюсь его просто развивать в разные направления. От электрохауса до транса, до хаоса, то есть по возможности работать с теми людьми, от которых я могу что-то получить, набраться опыта и сделать что-то интересное. Пусть Локомотив. Локомотив. Или ЦСКА, не знаю. Нет, давайте определимся. Ладно, ЦСКА. Естественно, Крестовский за ЦСКА, он в порядке, по нему же разве не видно? Так. Так, этого мы знаем. Дмитрий Певцов. Да. Спартак. Нет, ну неплохо, но болеет за ЦСКА. ЦСКА, Певцов за ЦСКА. Студию паркета. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. Всем привет. Отвернул ногу. Ты уже давненько. Как у тебя идет восстановление? Да, восстановление идет неплохо. Собственно, динамика хорошая. Делаем все программы, все процедуры. Собственно, готовимся, восстанавливаемся. Криосауна – это общее охлаждение для циркуляции лучшей крови. И делаю гейм-рэди – это такие бандажи, там трубки подводятся через айс-машину. Да, и... Человек-робот просто. Да, в общем, морозим. В общем, нужен покой, нужен холод, и все будет хорошо. Виктория спрашивает, вы волнуетесь сейчас именно перед этим матчем?
А волнение, оно такое хорошее волнение, мандраж. Такое предвкушение. Нет мандража, колени не дрожат, голос не дрожит. Но такое волнение, предвкушение – это нормально. У меня все время перед прямым эфиром ладони потеют чуть-чуть. Не, вроде нормально, вот следы не оставляю. Алек Питерс в составе Андалу Эфес. Мы сегодня так и обнялись хорошо и здорово вспомнили те времена, когда мы играли друг против друга. Ну, он спросил, говорит, как так? Ну, я говорю, ну, бывает в жизни огорчение. Он там пожелал здоровья, все, скорейшего восстановления. Я говорю, ну, тебе сегодня повезло, что я против тебя защищаться не буду. Ну, так, посмеялись. Ну, хорошо вспомнили. Так, встреча такая, она всегда со старыми одноклубниками, она всегда такое тепло привносит.